Чебоксарах прошел уже 24-й по счету республиканский слет юных огнеборцев. Состязания проходили на базе специализированной пожарной части по улице Мичмана Павлова. В столице Чувашии за звание лучших сражались 14 команд. В программу слета вошли не только теоретические состязания, но и спортивные. Испытания юных пожарных состояли из 8 туров. Проверить свои теоретические знания, отыскать пострадавшего и вынести его из лабиринта, правильно собрать боевое развертывание. Через все это пришлось пройти участникам соревнований в борьбе за кубок имени космонавта Андрияна Николаева. Раз, два, три, четыре. Если вдруг пожар в квартире, ты без дела не сиди. 01, скорее звони. Члены жюри строго оценивали и единую форму конкурсантов, и строевую подготовку, и даже выполнение домашнего задания. К конкурсу ребята подготовили красочные плакаты на противопожарную тематику. Победительницей слета стала команда Маргаушского района. Мы команда СССР, Союз смелых, сильных и решительных. Евгения Егорова, Республика.